столице Чувашии стартовал международный оперный фестиваль, уже 28-й по счету. А открылся он премьерной постановкой «Мадам Баттерфляй». До начала фестиваля еще полчаса. В фойе уже собираются зрители. Изучают стенды, фотографируются у баннера, вспоминают прошлые фестивали. Мы же воспитаны на оперу, балетах. Рост есть, прогресс есть, голоса замечательные. И вообще уровень театра, конечно, повысился. Приятно. Кроме декорации, да, хорошие декорации есть. А то посмотришь по телевизору, одни эти доски какие-то там. Костюмы. А здесь красивые костюмы, декорации. Для этого и пошли. Мне опера очень нравится, потому что, во-первых, когда ты находишься в театре, на опере, ты все равно приближаешься к искусству. Меня лично и вообще весь мой класс учат этому мои преподаватели. Мы считаем, что опера достаточно сложный жанр, но мы любим развиваться, и поэтому стараемся как можно чаще посещать такие заведения. Очень нравится находиться в театре. Вот эта вот атмосфера, где собирается очень множество людей, все одеты в костюмах. Чувствуется уже совсем другой класс. Среди гостей не только местные ценители классики, есть и приезжие. Например, Татьяна Репишева приехала на фестиваль из Санкт-Петербурга. Это духовная жизнь, она должна быть в массах, и это всегда прекрасно. Это совершенно другая жизнь, которая отвлекает от обыденной нашей суеты. И это праздник, это красиво, и надо развиваться, надо быть в курсе. Прозвенел третий звонок, зрители расселись по местам, и тут заиграла музыка Джакомо Пуччини. Она перенесла зрителей в японские Нагасаки. «Мадам Баттерфляй» – трагическая история юной японской гейши Чио-Чио-сан. Она влюбилась и вышла замуж за американского офицера Пинкертона, родила ему сына. Пинкертон уехал обратно в Америку, и 3 года от него не было вестей. Там он снова женился и уже с новой женой вернулся за сыном в Японию. Чио-Чио-сан пришлось расстаться с ребенком. Такого удара она не выдержала и закололась. Трагедия «Мадам Баттерфляй» уже более 100 лет не сходит со сцен оперных театров мира. Опера прошла на ура, зрители долго не отпускали артистов со сцены. Впереди ценители классики ждет еще много хороших вечеров. 23 ноября фестиваль продолжит концерт басов. Опера «Дон Паскуале» ждет зрителей 25 ноября. 28-го на сцене нашего театра гости из Италии и легендарная постановка «Отелло». Севильский цирюльник приглашает в театр любителей классики 30 ноября. Ну а завершится фестиваль традиционно 2 декабря гала-концертом. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.